Спасибо. Что это такое? Вонючее дерьмо? Я хотел что-нибудь получше. Жареную картошку или свинину с рисом. Китайская еда, другой у нас нет. Я говорю не об этом. Я говорю что-нибудь другое, не такое вонючее. Пусть даже будет один рис. Амчалай, вкусное китайское блюдо, господин. Напрасно сердится. Ничего она не вонючая. Нет, вонючая. Сам ты вонючий. Ищи у тебя вонючий, чтобы он отвалился. Пойдем. Что ты мне взял? Это уголь. Есть можно? Это вкусно. А у тебя? Верблюжий горб. Что? Верблюжий горб. А вкусно. Соуса немного не хватает, но ничего. Будем ждать? Да. А как мы будем брать этого Джантао? Откуда мы знаем, что он здесь? Никто не видел его. Я знаю. Поверь мне. Ну, попробую. Надо верить своему напарнику, так всегда повторял мой отец. Отец был полицейским? 15 лет, от и до. И мой папа тоже служил в полиции. Простой агент? Не простой, он считался легендой на весь Гонконг. Мой тоже был легендой в Америке. Однажды он арестовал за ночь 15 человек и не сломался. А мой арестовал 25 человек и не сломался. Мой папа вынес из горящего дома 5 наркоманов и не сломался. А мой папа однажды поймал пулю своими руками. Мой папа отлупил бы твоего папу, что здесь, что в вашем Китае. Он боевой на вашей великой стене достал бы. Не трогай моего папу. А ты не трогай моего!